Вайпер. А. Бухать будем? Да, нечего делать. Давай, я только за. Сегодня надо похмелиться. Ну да, перед работой можно. Какой вайпер? Давайте отступаем. Заразы, вы чё, без меня? Ой, мне сюда идти. Блин, среди ребят, что, ага. Земля тебе пихает. Да, я понимаю. Сегодня до вечера. Летать это можно, и даже на работе трохи, если правильно. Да, ради бога, везде можно. Ну да. Все купил. Блядь, я застрял. В смысле, давай, это, а меня купил? Нет, а ты что, зачем покупать ты? Я всем купил. Вапер, я принял? Я ты говоришь, что купишь, я думал купишь. Да что ты говоришь? Размечтался. Пока. Я думал, меня купил. У тебя самого премиум и бас набор. И все это за 400 рублей. Это больше, либо я купил выйти. Барки. А я потратил всего 10. Понял? Ну я думаю, еще купишь. Подобавишь. Доставка человека, понимаете. Ну, будут деньги, может куплю. Ну ладно, я точно. Хочу, я так подковываю. Не парься. Хотя такое эта было, что... Эта штука не ломается, для чтобы одаренных повторять. Да, да. Она уже лет 100 не ломается. А раньше ломалась. Что именно? Доска. А, ты все-таки видишь. Ну так я запомню историю этой карты. Здесь раньше она может ломаться, но она не ломается, да? Все равно красивая, пусть и красивая. Раньше это было можно сломать, но тут тогда не было пулемета. Нужна помощь. А когда пулеметы здесь ребят, появились, то доски перестали ломаться. Все понятно. Вместо трех пулеметов остался один. Да, пуховик. Пуховик. Кстати, знаешь, чё пьё? Чё? Какао? Какой какао? Какао надо пить зимой. А я как раз я и пью. Отступаем. Вот иди. Да блин. Знаешь, когда я последний раз пил какао? А? Это какао. В 4-м классе. В 4-м классе последний раз пил какао. Серьезен? Ты серьезен? Да. У нас хорошая столовая была. Не склероз? Нет? Нет. Нам какао подавали. Да, блядь. Сок. Молоко. Молоко. И когда-нибудь подавали лук на тарелочке. Овсянку. Вот там запертать собрал. Подавали лук на тарелочке. Лук целиком? С майонезом. Лук с майонезом? Вы что там едите в Польше? Нет, я не имею. Я хотела сказать, что я видела видео, где девушка ела лук с майонезом. Тарелочка. Мне кажется, и нормально было. Особенно если что. Потому что она ела, знаешь, типа так большой кусок откусила и просто жует. Вкусно. Ну, в принципе, я, короче, видел видео одно. Как парень просто ел лук целиком. В плане кусал, а потом через какое-то время он привык, и он просто это ел как яблоко. Ужас, фу. У меня привычное яблоко есть, чем лук. Понял. Я не переживу, что не переживу. Не, я лук, я люблю есть жареный. Не жареный, не вареный, не соленый, не перченый, не нравится. Тем более в нарезке. Любишь жареный кабачок? Да, люблю жареные кабачки. Я нет. Почему? Я вообще по овощам не люблю. Да ты обалдел. Даже салат не люблю. Я мясо ем. А вы ты типа не веган? Нет. Подумаешь, огурец могу съесть, помидор не люблю.
Знаешь, какой самый лучший салат из овощей? Сейчас скажу, подожди, сейчас скажу. Короче, нарезаешь себе 2-3 огурца. И столько же 2-3 помидора. Просто в нарезку. Я ненавижу овощи. Нет, смотри дальше. Наливаешь в тарелку подсолнечное масло или сметана. Убила? Не ложишь туда эти огурцы и помидоры. Хороший салат. Огурцы? Зачем вы открыли, дураки? Ооо, дураки, дурачки. У тебя еды больше, чем какие-то... Кнопку нажми. А тебе что-то не нравится? Заткни уши и выходи. Бомжик. Мне все нравится. Здорово. Так молчи. Все. Ух ты, какой дерзкий. Какой? Да, мальчик. Не поняла, скажи мне, пожалуйста, это в лицо, если сможешь. Кишка не тонкая, как спичка, а? Нравится. Нравится. Что не нравится? Не знаю, мне просто не нравится. Нет, сильно выходи. Рассказывай, как не буду, если ты нет. Ты просто есть. Я просто знаю, Дерзи, понял? Да. Катя. Как ты быстро переродилась в мальчика? Да я не мальчик. Пацан, да, Катя, я понял. Нет, что? Я не мужчина вообще. Пацанка. Вот что ты. Возможно, частично. Страшно. Если бы я была нормальная девочка, я бы сейчас общалась не с пацанами, а с девочками. А так как я это все. Ну не знаю, я каждый день на улице вижу парня с девушкой. Молодой. Ручку. Под ручку гуляет. Где ты ушел? Я рядом был. Блять, двери. Какие двери? Лифтовые? О, а я же лифтовый сюда. Что, реально? Давите его, давайте. Давайте я карту поменяю через 3 минуты. Нет. Бегаем по да. То же самое, то, что я буду. Давай, левый мальчик. Нет, просто понимаешь, Вадик. Понял. Да, скоро поменяется. Нет, смотри, чуешь, смотри. Она сейчас скоро поменяется. Знаешь, что тут трофик. Когда много людей, она долго не сидит, эта карта. Я просто хочу свою. Ну, можно. Вот я жди, потом поставишь. Да, можно. Вот, ребята, видишь, Беларусь мне говорит, можно. Один человек могу сказать, там знаешь. Я не поняла, ты что-то имеешь против меня? Сюда. Да. Я его сейчас поймаю. Взял на пол. Ты понимаешь, что на твоей карте можешь даже посрать где-нибудь потом? Понимаешь? Слушай, ты туалет хочешь? Нет. Я не буду в тебя. Нет. Ты что я хотел? Нет. Я так и говорю, что в туалет. Хорошо. Пасай. Катя. Я ж не знаю, либо срать, либо срать, как хочешь. Ты можешь сделать два дела. На этой карте можешь когда угодно. Подумаешь, человек просто хочет поменять карту. Ну вот тут все, там водичка есть, там где ты хотела сделать, вот туда сходи. Нет, к твоему счастью я в туалет не хочу. То есть нет, подожди. Если тебе сейчас нужно будет говно просить, я теперь ему не дам. Да чё ты именно в меня стреляешь? Да хватит. Стой. Да хватит. Помогите.
смерть мне обе... Нужна помощь. Тебя убил. Ты увлекся. Ну, я с ним. Меняй карту, короче. Вот видишь, уже Сейчас, если больше сейчас соглашается, вот человек 10, да, там 13, до другой дела. Всем похуй. Бля, беда, у нас друг нет. Я поехал. Да ну вас, пойду куда-то. Сука. Стой. Да все, бачок, не съебешься уже, блядь. Понял. Да что? Она тебе вообще. Двери открыли хоть? Дверь закрыта. Да. Бля, сука! Понял. Серьезно? Ужас. Бобби! Да я не вижу это. Капец. Только я и какой-то... Понял, я с тобой, да? Шесть, знаете, шесть. Семь, девятка. Шесть, ребят. Девятка. На любую карту хреновая ось. Девятка. Хреновая жарка, ребят. Стреляйте, ё-моё, что одна буду? Там за, только против 4 человека. Один человек согласилась. Понял. Не бойся. Я одна? О, какой расслабон. Лопухи чего вылезли? Я тоже тут один. Пока вы там идете. Пока вы идете, я уже победил. В смысле? Да, когда мы все. Забивай. На карту, походу, туда. Телепортнулся, да? Давай. Добивай, добивай. Помоги, помоги. Я не телефон, Саша. Нужна помощь. На, блядь. Серьезно? Серьезно? А мы тут есть.